Я вышел в этой аварии. Мне повезло. Очнулся наконец. Вставай! Нас ждут приключения. Только не это. Опять ты. Опять ты в моей голове. Я же избавился от тебя. Ну, как видишь, я здесь. Я вернулся. Нас ждут увлекательные приключения, прям как раньше. Нужно вернуться к заправке. Там есть телефон. С тобой я потом разберусь. Всем привет, вы на канале Apollo Games, мы продолжаем играть в Shadow Sight. Я в прошлой серии думал, что мы к нему уже не вернемся, но... Я к нему не хотел возвращаться, потому что, ну, это как-то бредово все. Типа, мы просто попали в аварию и лазили что-то бесконечно по этим лабиринтам. Головоломки эти детские решали. То есть, ну, такие, блин, ничего интересного не было. То есть игра может только в графон. Графон, да, такой нормальный. И то, ну, он не очень-то оптимизированный, как бы. Как вот заправка, просто простое здание, и на нем просаживается FPS просто в два раза. Ну, такое, как бы. Я знаю, ты скучал по мне. Можешь даже этого не скрывать. Но я решил все-таки посмотреть, что будет дальше, может быть, дальше будет лучше, и мы поймем, что к чему, как бы, и в чем заключается сама суть игры. Мы тут проснулись шизофреником немного. Короче. Сейчас не знаю даже, как будут развиваться события. Посмотрим. Так, у нас тут ничего нового не появилось. А то мы в прошлый раз тут маску нашли, что-то еще. А, там кто-то разыскивался и так далее. Может быть, тут что-то спрятано. Нет, тут ничего нету. Ну, давай зайдем. Кстати, вот сейчас я не замечаю вообще фризов. Походу, оптимизировали, потому что выходили обновления. Либо что-то просто не так сейчас. Тут что-то произошло. Не очень хорошее, видимо. А, да? Это же мой пистолет. Похоже, он успел вызвать копов. Сейчас будет весело. Ага, очень весело, особенно нам. То есть, типа, это мы их убили? Так, что-то... Похоже... Он мертв. Ты убил его. Да. Это мы его убили, как бы, ну, второе наше я. Так, что нам делать? А можно как-то выйти отсюда? Не знаю, перепрыгнуть? Нет. И чё, нам возвращаться, что ли? Или... Вот что здесь загорается? Воу. Он мертв. Ты убил его. А чё, опять? Понятно, короче. Ну-ка, давай посмотрим. Можем ли мы выйти? Стоять! Полиция! А, вот и они. Я разберусь. Я толком не могу управлять собой, он. Что произошло? Нам попали в пистолет? Если я правильно понял, да. И мы его типа выронили. Что это было вообще? Зачем ты убил продавца? Да это же весело, дружище. Я придумал нам новое приключение. Хм. Новое приключение? О, белочка. Так. Тут мы можем залезть как-нибудь... Так, я так понимаю, нам тут забираться нужно или нет? Видимо, все-таки да. Ну опять симулятор ходьбы в смысле какой-то. Так.
по заснеженному лесу. Нам даже толком поуправлять не дали, то есть, ну, просто компьютер, можно сказать, за нас управлял, то, что мы с пистолетом ходили. Жетон. Тут я спуститься не могу, меня просто не пускает. Ну и там как бы обрыв, так что это понятно. Так. Тут я ничего не могу сделать. Тогда куда мне идти? Еще выше? Или в ту сторону? Видимо, все-таки в эту сторону. Ну, не знаю, я, блин, ожидаю все чего-то хорошего от игры. Может, скажешь что-нибудь? Ты же здесь не один все-таки? Знаю, это для тебя очень весело. Наверное, забавно наблюдать, как я пытаюсь решить проблемы, в которые ты меня втянул. Единственный способ избавиться от тебя – это найти моего знакомого Дока. Он вытащил тебя из моей головы в прошлый раз, вытащит и в этот. Затем я просто сдамся в полицию. Да, что-то невеселый план получается. Найдите вашего друга. Где я сейчас в лесу найду своего этого доктора? Или он типа за мной ходит такой с рюкзачком по лесам? А вдруг ему нужно будет ко мне обратиться? Так, мне куда вообще? Туда? Может, я в доме что-то пропустил? Встань ты уже. Но он не может сюда забраться, то есть, видимо, нам и не надо. Полиция нас до сих пор ищет. Полиция, типа, ищет вас. Голоса в голове. Нам нужно, типа, остановить наши голоса в голове. Ну, говорю, в смысле, что, я тут найду своего доктора? Но это еще более бредово. Что, по каким-то мостам ходим? Ну, здесь хотя бы красивый вид, что ли, был бы. А то просто, ну, даже не видно вот дальше этих льдин. Он бесконечный? Охренеть, как весело. А, да? То есть так? Блин. Фух. Нас так сбили копы, что... Чёрт. Нас так сбили копыт, что мы упали на льдину, причем еще так далеко от моста. Я даже поворачивать не могу никуда. Чего? Кого? Вот это да. Вот это геймплей. А, ну, нам даже здесь ничего не пришлось делать, просто мы здесь... Немного постояли, и началась загрузка другой локации. Немного разработчики, как бы, разработчик это русский тип, короче, который делает игры в одиночку. И он всегда, типа, может в графику, но в сюжет и в геймплей, но не очень. Он прекрасно это знает. Так, что там было? Блин. Но он все равно дальше клепает это, но... Такое.
Доброе утро. Мое имя Льюис. Я спас твою жизнь. Что? Так, что он, в общем, хочет от нас? Короче, он вернется. И за что-то сказал нам спасибо. Так. Лопату зачем-то взяли. А, ну, просто такие упали на чей-то диван. О, геймплей появился. Можно лечь на диван и встать. 20 сентября. 110 фунтов мяса. Каких-то, чё? 5 октября, 75. Непонятно, к чему это все. Давай выйдем на улицу, посмотрим. Типа, продолжить наш путь опять к этому доктору. Вот все завалено, какая-то брошенная деревня. Не будем дожидаться мы чувака, который нас спас, походу. Ну, эти дома вообще пустые, вон, белочка. Понятно. С нами уже долгое время не говорит наш голос в голове. Может быть, из-за всего этого он пропал? Из-за всего, что с нами случилось. Опять вот куда я иду? Судя по всему, придется плыть по реке. Лодки у нас нет, значит, нужно построить плот. А не проще пойти через лес? Нет, не проще. Это не лес, это сплошные болота. Как скажешь. Ты у нас мозг. Типа нам дается выбор скрафтить плот, либо пойти через лес. Давай выберем лес. Получено достижение через болото. Хотя, блин, по сути это опять тупое хождение вот это вот по болотам. Но я не думаю, что крафт... плота, это, ну, что-то бы изменило. Мы бы просто бегали бы, искали эти доски все, а потом бы у нас чудесным образом появился бы плот. Как-то так. Так, где тут выход? Куда я иду вообще? Понятно, мне тут еще надо найти, где я могу пройти. А, ну вот. Куда мы в конечном итоге-то придем? О, опять этот зомбак. У нас опять приходы какие-то начинаются. То есть мы этого зомбака видели, когда, ну, просто валялись в отключке. Точнее, как в отключке. Получается, нашим телом руководил вот этот второй я. А мы, получается, просто блуждали вот в этих лабиринтах сознания, наверное. И вот опять этот зомбак появляется. Это говорит о чем? Что у нас опять все очень плохо с головой. Так, ну сюда смысла нет заходить, да? Че, мне нужно на эту вышку подняться? Чё? Кого?
И зачем я это взял? У меня вопрос такой. Мы взяли доску. А для чего вопрос? У нас задание не обновилось. Хотя мы его, в принципе, выполнили. Здесь пройти, типа. А, да, типа в доску подложили, чтобы перелезть. Ну, подскользнулись, видимо, немного. Да. В игре получается 15 глав. Мы вроде на... А, ну вот, началась шестая. Продолжить. А, и на этом я, наверное, буду заканчивать. Ну, что будет дальше, увидите в следующей серии. Я, наверное, еще запишу. Все-таки интересно. Ну, просто к чему это все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.